я в повседневной жизни стараюсь не краситься вообще. Самый минимум, ресницы, еще что-то и все. К тому же каждый день мы проводим в воде, и это абсолютно бесполезное занятие. Раньше мы могли с помощью макияжа передать как бы свой образ. Сейчас по правилам запрещен очень яркий макияж, и он должен быть натуральным. Абсолютно обычная косметика, за 3 минуты она не успевает смываться. И к тому же обычно накладываем такой большой слой, может смыться только первый слой, а остальные останутся. Может быть, наш вид спорта что-то потеряет из-за нехватки макияжа, потому что все-таки судьи нас смотрят издалека, как и все зрители, и хочется, чтобы было всем видно. А теперь видим только мы с Наташей. Мы всегда выступали с ногтями, с накрашенными красного цвета, но сейчас это также пытаются запретить. Якобы это отвлекает судей, поэтому цвет ногтей должен быть тоже натуральным. Ой, это коричневое, что ли? В основном, если отмечали нас макияж, то это на куклу, наверное. Потому что он был действительно необычный, мы рисовали ресницы. Очень часто пишут, что вблизи страшно на нас смотреть, когда у нас яркий макияж. Что поделать? Нам приходится так краситься. Так криво накрасила. Еще подальше просто нужно. Да, отсюда. В новом году я желаю, конечно, здоровья, потому что это самое важное. Любви, хорошего настроения, исполнения всех желаний и побед во всех начинаниях. Молодец, ты все сказала.